Крики о помощи сменились возгласами благодарности. Сотрудники совхоза «Тепличный» собрали первый пробный урожай. Продегустировать экологически чистые огурцы приехал глава региона. Мы попали с вами сегодня в хорошую весну. И как уже много-много лет, к празднику Дня армии ивановцы будут есть свежие огурцы со своего предприятия. Мы видим здесь великолепную организацию, культуру производства. Сегодня здесь все хорошо, но не буду скрывать, ситуация остается непростой. Нам еще с этим предприятием работать и работать. Проблемы действительно есть. Долг предприятия перед Межрегионгаз растет. Сейчас сумма задолженности составляет 150 миллионов рублей. Последние 3 месяца предприятие работает в долг. Получить деньги газовщики смогут только после того, как первый урожай будет собран и продан в магазины. Я так думаю, что предприятие не только сохраним, но уже сейчас мы рассматриваем планы по его модернизации. Потому что, ну что греха таить, понятно, что технологии шагнули вперед. Такие возможности у нас есть. И постепенно, я так думаю, что мы будем к этому подходить и этим заниматься. Все 45 гектаров площадей в теплицах засеяны. На участках есть определенные планы сбора урожая. В среднем с 1 квадратного метра работники совхоза планируют получить 27 килограммов продукции. Главные помощники рабочих агропредприятий – шмели и пчелы. Они опыляют растения. Нам поставляет шмелей. И вот они пыляют наши огурцы, помидоры, в общем, нашу продукцию. Очень эффективный урожай получается у нас. Удивляет сотрудников тепличного парадокс. Урожая еще нет, а во всех магазинах прилавки ломятся от якобы ивановских огурцов. Видимо, продавцы поняли, что продукция тепличного по вкусу потребителю. Руководство предприятия это льстит. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.